Это запрещено законом. А там не поймешь, где бандиты, где милиция, хреново. Меня пустите, пожалуйста. Дулю показывают. Какой дурак? А там хера, там они все. Какой дурак дули показывает, чтоб все подохли, товарищ майор твои, чтоб твои подполковники подохли, а подохнут. Они и так уже дохлые. Прошлое не воротится, не поможет слеза. Поцеловать мне хочется губы твои, глаза. Как же не сумел тобою то, что в жизни стоит, что зовут любовью. Мы с тобою, Юля! Мы с тобою, Юля! Мы с тобою! Багато людей знали сьогодні тут! З кожним днем їх ставатиме все більше і більше! Сьогодні вже мільйони! Яке відбувається в країні. Багато хто говорить, терпи, зірвався. Можете сказать, откуда такой приказ, чтобы людей в двух метрах, когда вообще машины не ездят здесь, воочию, загоняете? Здравствуйте. Выходить и говорить то, о чем мы думаем. Мы с вами большая сила. Сокиру, яка снимается над каргами цих тупиків, над каргами цієї банди, банди, які ми говоримо. Yeah.
человека спрятали от всех от нас и думают, что все, проблему решили. Они ее только породили. Первый день мы здесь поставим нормальную аппаратуру и звукоусилище, хорошо. И тогда будет слышать тут у нас пол микрорайона, не то что Юлия Владимировна. Но я знаю, что наши флюиды пойдут туда к ней. И давайте мы покричим, что мы ее любим. Юля! 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 И вот таким настроением нам надо оставаться здесь. Часть из нас пойдет сегодня домой. Послезавтра, завтра вернемся. И мы должны с каждым днем приходить сюда, приводить соседа, знакомого. И не приводить, как знаете, к постаменту. Вот здесь она сидит. Здесь люди приходят и рассказывают свое мнение. Спасибо вам большое. Я уверен. О, быстрее. Слишком долго нам ждать очередных перевыборов. И тем более первых выборов.